В Египте сошел с рельсов пассажирский поезд. Перевернулись два вагона и тепловоз. В результате пострадали более 100 человек. Все они госпитализированы. По словам медиков, состояние большинства людей стабильное. Как сообщают в Министерстве здравоохранения, погибших среди пассажиров нет. Причина произошедшего пока неизвестна. Сообщается, что поезд наехал на цементный блок, находившийся на путях. Местные жители уже не раз жаловались на низкий уровень безопасности на железных и автомобильных дорогах. За последние годы в стране произошло несколько крупных аварий. В этом году в результате массового ДТП погибли более 20 человек, еще 16 получили ранения. Все произошло очень быстро. Поезд пронесся мимо и врезался в бетонный блок. Я успел заметить, что он не двигался по главной ветке, а это значит, что он собирался скоро остановиться. Но скорость, к моему удивлению, он не сбавлял.